Для того, чтобы похудеть, я рекомендую использовать один уникальный метод. Кушать один раз в день, все равно когда. Можно даже на ночь, но тогда, проснувшись, вы должны до этого времени не есть. У меня была такая интересная история. Я в свое время работал на рынке, когда-то у меня был магазин. Я заметил, работали у меня ребята, они грузчиками работали, и все были очень худые, хотя и взрослые. И вот как-то выпивали, ужас, вот как-то выпивали с этими ребятами. Я владелец этого бизнеса был, хорошо у меня очень получалось, я не буду говорить город. И когда на рынке выпивали, я говорю, а я уже такой полный был, за 100 килограмм, наверное, 117 было, полный такой, щеки красивые такие были. И мне кучерявый, я себе нравился. И говорю... Там один из этих парней, говорю, Сережа, как тебе удается быть худым таким? И вообще, как, ребята, вам удается быть худым? Он говорит, ну мы утром встаем, жены у нас вредные, меня жена выгоняет прямо из дома, я в чем стою, в то одеваюсь, еду на работу, целый день работаю до позднего вечера, потом вечером домой прихожу, наедаюсь всего вообще, еще и накачу, если плохое настроение, и ложусь спать. И так каждый день уже на протяжении 10 лет. Я не обратил тогда на это внимания, но со временем я понял, действительно, если человек ест один раз в день, то сколько бы он ни съел в этот один раз в день, он не поправляется, а худеет. Это проверенный метод такой, я его периодически использую. То есть я в своей жизни ограничиваю себя в питании, не ем сладкое, не ем там, стараюсь не есть, стараюсь не принимать алкоголь, я, ну, кашу принимаю, и так далее. Но если поправляюсь, я вижу, как набор веса происходит, то я стараюсь кушать один раз в день. В случае, если кушать один раз в день, то я стараюсь кушать ближе к 6 часам вечера. Если не получается, можно и позже. Но очень много людей в случае, если кушают в 6 часов вечера или там в 10 часов вечера, то они быстро не засыпают. Также если они лягут спать, то тогда поспят там 2-3 часа и целую ночь потом спать не будут. Почему? Когда мы принимаем пищу вечером, то мы очень сбиваем свой циркадный ритм. Именно поэтому мое мнение такое, что человеку лучше всего кушать до 11 часов вечера. 11 это максимальное время. А в случае, если в 11 вы кушаете, то должны знать, что спать вы, скорее всего, ляжете не ранее, чем 2 часа ночи. Ну и в случае, если вы утром проснулись после этого, то уже пропустите завтрак и пропустите обед. И уже вечером без перекусов кушайте уже чуть-чуть пораньше. Ну, это, конечно же, не диетически. Опять-таки хочу сказать, что это персонально мое мнение, это мои выводы. В случае, если это вам не подходит или это нарушает какие-то ваши догмы, то не нужно ругаться. Я не рекомендую использовать, если у вас избыточный вес, идите к врачу, эндокринологу или еще к кому-либо, и пусть этот человек вам назначает препараты. Если человек набирает вес, и это происходит на войне, то это может быть... Первое, что нужно убрать, алкоголь в любом виде. И второе, глюкозу в любом виде. Ну, это только за счет этого начнете худеть.